Итак, друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Лоскович, компания «Гарант Ремонт». И сегодня у нас будет крутой обзор ванной комнаты частного дома. Поехали! Итак, друзья, ванная комната порядка 8 квадратных метров по полу, чуточку меньше. Вот, проводились работы полностью под ключ. Это у нас второй этаж, и здесь были у нас определенные трудности. Итак, начнем вот с этой части. Здесь у нас расположены все коммуникации. Инсталляция установлена. Инсталляция у нас гибридовская и на биде, и на сам унитаз. Вся сантехника здесь без исключения белероевская. Было принято решение зашить коммуникации до потолка и сделать вот здесь, вот как мы видим, импровизированную полочку с подсветкой. По данной подсветке она у нас включается с общим освещением, с люстрой. Вот. Всегда делайте так, не разделяйте этих два источника света по той простой причине, что никто не будет приходить к вам и отдельно включать люстру, и отдельно включать подсветку полки. Соответственно, никто не увидит эту вашу красоту. Вот. Потолки у нас из гипсокартона. Здесь также есть точное освещение. Сейчас мы пробежимся вообще по свету. По периметру у нас везде идут багеты. Это у нас европласт. И, как я уже говорю, никогда не разделяйте этих два источника света, а делаем, чтобы они включались с одного выключателя. Зону мы эту зашили и сделали полки здесь, уложили мозаику. Вот, очень красиво смотрится, когда есть декор еще какой-то. Можно поставить здесь запахи различные, очень удобно. Вот. И сделали еще полки с торца. Идут от самой ванны и практически до самого верха. Это все у нас керамогранит, то есть все вот эти полочки облицованы из керамогранита, за исключением задней стенки, которая уложена из мозаики. Все наружные углы запилены под 45, обработаны эпоксидной фугой. Все красиво, монолитно, цельно. По полу, по задумке дизайнера, было обрамление из той же мозаики, что у нас и на полке. Вот, по периметру идет мозаичка, и в центре уложен керамогранит 1,20 на 1,20 м. Это у нас крупный формат, и с ним, опять же, есть определенные трудности в работе, поскольку он тяжелый и, соответственно, обрабатывается очень нелегко, скажем так. Точно так же все откосы у нас сделаны из керамогранита. Для ванных, я считаю, это одно из лучших решений, когда откос уложен из керамогранита, и присутствует у нас небольшой элемент порожек. Опять же, все наружные углы у нас красиво запилены. По самой ванной основной свет у нас включается с коридора, то есть он включает нам люстру и включает нам полку. И также у нас присутствует несколько здесь выключателей. Один выключатель нам включает точечное освещение. Второй выключатель нам включает околозеркальная бра. Третий выключатель у нас включает подсветку зеркала. И четвертый включает подсветку второго зеркала. Ванна у нас стандартная от Велерой Бог с донным клапаном. Клик-клак перекрывается с помощью механизма на борту ванны. Сантехника, как вы уже все обратили внимание, у нас в золоте. Какие-то элементы присутствуют у нас Hansgrohe, вот, какие-то от Велерой. Ну, то есть основные экраны у нас все Hansgrohe. То есть Hansgrohe для ванны, Hansgrohe у нас в золоте на умывальниках и Hansgrohe у нас, естественно, на биде. А уже основные элементы — это у нас унитазы, биде, ванна и умывальники — у нас от Велерой. По ванной было принято решение экран ванной зашить в керамогранит и сделать здесь ревизионный люк на всякий случай. Плитка у нас крупноформатная, поэтому
принято решение было сделать по доступной части к сифону. Что примечательно у ванных у Atvelero и Boch, то что у них идеально четкая геометрия. То есть, если плитка у вас керамогранит, и он ректифицированный, обрезной, соответственно, у вас будет четкое примыкание самого борта ванной к плитке. Потому что если взять обычные акриловые ванны, то у них вот этот борт не имеет геометрии, и, соответственно, у вас будет какая-то там кривизна. А здесь, смотрите, как у нас все четенько, все ровно. Даже наружный угол, видим, у нас все четко совпадает в одну линию. Смеситель для ванной у нас включается на три режима. Первый режим включается на набор ванной, он идет у нас из перелива. Второй режим у нас включает саму лейку тропического душа. И третий режим идет у нас переключение на ручной душик. Поскольку место у нас позволяло, и это у нас частный дом, было логично поставить здесь полноценное биде. То есть не гигиенический душ, не псевдобиде, а именно полноценное биде, так как в доме есть женщины, и для их комфорта очень удобно пользоваться полноценным биде. Также сразу около ванны располагаются у нас крючки, на которых можно повесить полотенце, либо какой-то элемент одежды. Вся мебель выполнена по индивидуальному заказу нашими партнерами. Столешница у нас изготовлена из камня. Раковина у нас подклеена снизу. Очень удобно в уборке. То есть, если вы умываетесь и у вас вода разбрызгивается, это очень удобно. Так что можно все дело у нас аккуратно смести в раковину. У нас раковина на две персоны. Так что утром уже удобно может и один пользоваться человек, и второй. И расстояние здесь нам хватает, чтобы комфортно уместиться двум людям. Также в самой ванной мы разместили вентиляцию. Она у нас с таймером. Таймер выставили порядка, наверное, 5 минут, но, скажем так, этого очень много. Нужно будет таймер делать чуть поменьше. Итак, друзья, как я уже говорил, у нас несколько источников света. Это центральная люстра, точечное освещение. Это настенные у нас бра, и это у нас подсветка зеркал. По факту же этого очень много, и не всегда это нужно, так как иногда достаточно будет вам даже самой подсветки зеркал. Тем более, что это так красиво. И я надеюсь, вы не могли не обратить внимания, то, насколько красиво сочетаются цвета белого мрамора и золота. А здесь у нас их очень много, начиная от ручка двери. Это у нас держатель для полотенец. Это у нас настенные бра. Это у нас все наши смесители. И один, и второй, и третий, и четвертый на псевдобиде, на биде. И сам полотенцесушитель. И даже держатель для бумаги. И даже петли для нашей дверцы в ванну. Ручки также из золота. И даже на гибридовской кнопочке тоже присутствует золотой элемент. И смотрите, как красиво это все сочетается. Люстра тоже в золоте. Друзья, я надеюсь, вам понравился наш видеообзор, наши работы. Здесь провел работу наш дизайнер. Пишите в комментариях, как вам такой ремонт, нравится ли вам ремонт в таком стиле. Вот. А мы дальше будем продолжать делать для вас еще больше красивых и годных проектов. Всем пока!